Всем здравствуйте, представляю вашему вниманию свою работу на конкурс Golden Time, и сейчас я хочу немного про нее рассказать. Картина называется «Маковое поле в теплый день». Выполнена она акрилом на холсте диаметром 20 см. Как вы могли заметить, картина написана необычной техникой, она объемная. Картина выполнена в преимущественно теплых тонах, таких как красный и желтый, но ее компенсирует холодный белый и голубой, и также нейтральный зеленый. Ее цель — вызывать уют и спокойствие, так как теплые тона создают эффект расслабления. Это все, что я хотела сказать. Всем спасибо за внимание и за просмотр. Хорошего дня!